Смотрите, какой рассвет красивый, да? Я стою, жду автобуса. Замерзла уже, как хрен знает кто. А все почему? А потому что я любитель прийти пораньше. Я же все время переживаю, что я могу опоздать. Поэтому я пришла так рано, что я уже просто окочурилась. Но смотрю на эту красоту, стою, меня хоть как-то успокаивает. Так, ну что, дорогие, просто я не хотела, я уже говорила раньше времени, рассказывать. Еще здесь шлагбаум, блин. Я устроилась в спортмастер работать, вот. Правда, если честно, я так и не поняла, что я буду делать еще. Завтра у меня первый день стажировки. Сегодня была приемка. Не приемка, а как? Нас водили экскурсия, там нам все рассказывали, показывали. Капец, тут склады вообще. Так. Мы уже тут со всеми перезнакомились, конечно же. Там было... Я сейчас вокруг магазина обхожу, потому что мне надо найти шлагбаум. Потому что около этого шлагбаума останавливается бесплатный автобус, который каждое утро отвозит на работу. Прикольно же, бесплатно. И говорят, что тоже увозят. Вот мне надо найти мой бесплатный автобус сразу. Иначе утром я здесь вообще ничего не найду. Вот. Я пока ничего не вижу. Столько информации. У меня сейчас вообще такая каша в голове, что просто жесть. Единственное, что со штрих-кодами все легко, потому что я же когда-то этим занималась, в торговле работала. Поэтому в этом плане я, слава богу, более-менее все понимаю. Ну и на английском там все написано color, цвет, потом артикул, это все ясно. Ну, было три девчонки нас, трое девчонок, и нас всех поставили. Вот шлагбаум. Значит, где-то здесь. Где-то здесь. А вот он, автобус тоже. А нет, ну что, он же не будет заезжать сюда. Значит, где-то тут. Ну, я больше шлагбаумов не вижу. Рядом со шлагбаумом. Мне кажется, что-то, наверное, где-то здесь. Ладно, ну в этом здесь я найду. Три девчонки и 9 ребят. Там просто мужицкий рай, что я могу сказать. Там одни мужчины. Нас поставили, вот завтра мы будем проходить практику или что там, в этот, скажите, на приемку, вот, на приемку товара. Не знаю, что это, как это. А вот, ладно, я поняла, плюс-минус где-то здесь должен быть автобус. Просто чтобы завтра с утра вот это не искать в 7 утра. Ой, я даже не знаю, сколько мне вставать тогда. Да, где-то здесь должен быть. Ну окей, ладно, я найду, надеюсь, найду. В 7 утра мне надо быть здесь уже. Это значит, из дома где-то 6:30 выходить. Потому что пока еще до сюда еду. Это значит, где-то 5:30 вставать, а если я хочу поесть и попить кофейку, значит, часов в 5. Боже мой, это капец, я вообще так не привыкла. Я молчала, просто молчала, как партизан, никому ничего про свой, ни про YouTube канал, ни про дзен. Думаю, да ну нафиг, а то опять не захотят. Там такие три начальника сидели такие, начали мне задавать вопросы. Я как этот все ответила. Она такая: ты не работала. Но он смотрит в мою вот эту бумажку заполнен. Говорит: ты не работала 22 или 23 года. Я говорю: да. Ты домохозяйка была? Я говорю: да. А что это ты решила поработать? Я говорю: хочу быть самостоятельной. Ну а что я еще скажу? Он такой: а на какую бы отрасль ты хотела бы? Я говорю, оно говорит, как вот вас водили целый день. И какая тебе больше всего понравилась? Я говорю, ой, я говорю, я же давно не работаю. Я говорю, мне все интересно было. Вот поставили нас, девочек, всех на приемку. Не знаю, вот мой автобус сейчас. Ладно, потом еще вам расскажу что-нибудь. Так, я уже дома. Помятая в хламину. Я сегодня шапку снимала, да, одевала. Слушай, что какими-то цветами пахнет? Духами, сюда еще на Шанель 5 похоже. Не, а у меня? Да. Это вот эта черешня, Lost Cherry. Не, на Шанель похоже. Да? Я не знаю, на что похоже, но мне очень нравится.
классные духи. Мне вот Lost Cherry больше всех понравился, я их буду еще заказывать, если что. Ну, маленького мне... Ну, да, они все нормальные. Просто вот те, у меня башка от них болит. Вот эти, которые демон-то этот. Или дьявол, блин, там кто. Ой, так. Че, распаковка магнит? Картошка. Взяла вот такую картошку. Не знаю, моя мама любит такую картошку готовить. Ну, у меня тут, короче, надавали. Тут, я не знаю, столько макулатуры надо выучить, что я просто даже не с моей памяти... Не, ну, ладно. Вот это старая пикалка. Терминал. Терминал сбора данных. Надо все это выучить. Кнопочки. Так. Сейчас. Вот. Вот это старый терминал. Он более замороченный. Вот это новый, более легкий вариант. Не знаю, я сразу поняла, как им пользоваться. Вот этим именно, вторым. Но она говорит, что 97% того, что там новые терминалы. Кстати, я сейчас записываю на новый телефон. В нем такая камера не очень. И плюс к этому вообще, мне кажется, какая-то мутнотень. О, кстати, а включи, пожалуйста, мне вот это вот. Мой дождик, а? Пожалуйста, включи. Может, поярче будет. Что-то как-то вообще темно. На этой камере вообще как-то темно. Вон, вон, наверху. Наверху нажми на кнопочку. Просто на кнопочку нажми. Окей, все, спасибо. Так, дальше. Основы товаровидения. Вот как раз основа товаровидения мне немного знакома. Ну, тут всякие разные эти штрих-коды, как узнавать размеры. На обуви я вообще работала. Я на Киевской, метро Киевской работала в обувном. Поэтому это мне все легко далось. Штрих-коды мне тоже знакомы, потому что я одно время еще работала. Ну, я, в принципе, только в торговле и работала. Поэтому вот чё-чё, а со штрих-кодами мне было достаточно легко, слава богу, вот хоть с этим-то не заморачиваться. Ну и так, куда меня поставили это на приемку товара. Опять же, это не значит, что там будет только приемка. Короче, там все так сложно, что пока на приемку, а там я не знаю. И вот, и тут еще на пол книги, блин, надо вот это все пересмотреть, переучить, как чего. Вот, вот это конкретно прям раздаточный материал, приемка товара с машины. Вот, вот это самое важное, что надо будет знать. Вот. Все, теперь распаковка. Два апельсина, картошка уже была. Вот ты говорил, что апельсины сегодня, я тебе взяла апельсины. Два вот таких йогурта. Только что-то я уже второго не вижу. А, вот она. Два вот таких йогурта. Дальше я взяла самсу с мясом. Треугольнички. И две сосиски в тесте. Вот вам, Сережа. Взяла грибочков, мини-шампиньончиков. Ты хотел шампиньоны, помнишь? Очень, да. А с чем ты их хотел, я не помню. С макаронами либо с гречкой. Ну, вот надо с чем-то их сделать. Взяла индейку. Я себе на завтра индейку сделаю. Ну, Серёга, какой еды вкусный? Сосисоны. Надо расставить. А подожди, а то, что я готовила, вы съели? Да, нет? Вот это как раз то, что ты готовила, мы там модернизировали. И чем вы там, макаронами? Нет, я туда еще яичко закинул, короче. А, шоколад. А, получается, там гречка, яичко, потом Сережа. Помидорчик, сыр мы туда кинули, потом молока дарили, чтобы оно мягче было. Так, я надеюсь, ты хоть не все мое молоко вышло. Нет, а, у меня его тут много. Потом а то ты такой, что можешь приправ, специи, короче, там для мяса. Сметанка. 10%, так как я была в магните. В общем, сделали. Короче, вы все продукты просто запулили в это блюдо, да? Ну, очень вкусно было. Овощи. Овощной квартет. Серега сам поджигал свою плиту, я, в общем, боялся продукты. Протирал плиту? Поджигал. А, поджигал. Ну, это не страшно. Ну, главное, чтобы он пальцы себе не отжигал. Ты его подари, он не разгорится. А у меня уже два огурца. Огурцы, которые, знаете, вот такие маленькие, что они стоят 230 рублей. Да, ну, совсем офигенно. Даже посуду его научил мыть. Молодец. Вот видишь? Видишь? Всего один день со мной, уже человеком становится. Да, а ты чего? Я чувствую, что ты из него человека сделаешь, а сам хлеб половит. Я сам не дома человек, поэтому... Ну ладно, во всяком случае вы станете более самостоятельными, правильно? Вот и я о том же. Это тоже большой плюс. А то вы привыкли, что, блин, я это все за вас делаю. Вот и будете сами там делать, правильно? Ой, какие-то пятна. Андрей против, но кто будет спрашивать, так что... Так, все, все, дорогие, вот и вся распаковка вроде бы. А я что, себе воды не взяла? У нас, кстати, давно в баклажках воды нет. Давным-давно уже. Ну, да уже давно. Вообще
Потому никто не идет за ней. Я могу зайти на брат. Знаете, что больше всего хочется? Когда ты целый день был под косметикой. Сейчас делаю маску. Да ну что тут? Ладно, так. Вот такую маску вот делать. Видно? Я умыла лицо, а поэтому она у меня красная, потому что я его смыла. Маска пудинг для лица питательная. С лицом у меня, слава богу, все нормально. Я имею в виду, я его вылечила. Ну и кому-то прилетит. Ой, думает, что я не знаю, блин, ладно. Андрюш сейчас такой говорит. Говорит, а как мы будем твои деньги делить? Я говорю, чего? Чего? Я говорю, у девочек деньги не отнимают, да? У меня свои планы на них. Огромные. Не, я понимаю, когда там их не хватает. А так-то что мне трогать? Его деньги – это наши деньги. Правильно? Потому что мужчина. Кто у нас добытчик? Мужчина? Мужчина. А мои деньги – это мои деньги. Так. И остался лоб. Лоб. Самое такое. О, кстати, я хотела и брови покрасить. Угу. Ладно, тогда сейчас сначала сделаю маску, потом сделаю, покрашу брови. Почему? Потому что они у меня уже такие бледноватые. Надо их как-то это поярче сделать. Ну и плюс к этому. Я думаю, блин, все-таки, наверное, к Элеоноре скоро поеду, наращу ресницы. Потому что что-то в косметике целый день ходить, это, ну это капец, блин, это муторно. Лицо потом, у меня даже глаза больше устают от того, от косметики. А когда ресницы сделаны, вообще зашибись, и краситься не надо, все, стало уже красиво, как говорится. Поэтому, наверное, все-таки, когда будто выходные, а, надо же еще как-то под ее расписание там подстроиться. Ну ладно, разберемся. Вот, наверное. Все-таки поеду, наращу. Свечка стрельнула. Все. Сколько тут надо ждать-то? Я уже забыла. Минут 15-20. Где-то так.